крупных торговых центрах установлены специальные пункты, где каждый может оставить канцелярию, настольные игры, спортивные принадлежности, школьную одежду и обувь. Все, что соберут в копилках добра, многодетным семьям, ребятам из приютов и интернатов передадут волонтеры «Доброе сердце». Каждый родитель знает, как сложно собрать ребенка в школу. А если детей не один, не два, а три и больше, то в разы увеличиваются расходы. И даже какая-нибудь ручка или карандаш подарены будет хорошим подспорьем. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей принимали участие в таких акциях. Вроде бы подарил немного, но в общем это получается большое дело. Сегодня благотворительный марафон «В школу с добрым сердцем» начался в областных центрах столицы и крупных городах, а дальше эстафету подхватят по всей Беларуси. К слову, сбор проходит не только в крупных магазинах, но еще и на предприятиях и в первичных организациях. Уже в сентябре дети, которые попали в сложную жизненную ситуацию, получат полезные и нужные подарки.